В выходные всех гостей музея Маринеско поили чаем и кормили сладостями. Там прошла акция «Безумное чаепитие». Цель акции, вопреки названию, очень даже разумная и благая – помочь онкобольным. Ее организовал благотворительный фонд «Подари жизнь». Организация собирает средства на лечение детей и молодых людей до 25 лет. Акция «Безумное чаепитие» организована в честь дня рождения фонда. Ее поддержали учреждения по всей стране и за ее пределами. Смысл очень прост. Либо организация угощает всех остальных бесплатно чаем с разными вкусностями, сладостями. Ну а люди, которые приходят в гости к этому человеку, либо организации, жертвуют какую-то сумму денег фонду. Причем они это могут сделать двумя способами, либо наличными, либо это можно сделать через смс-6162 номер, и там любая сумма указывается в качестве пожертвования. За два дня сотрудникам музея удалось собрать порядка 4000 рублей. Сумма небольшая, но в таком деле даже копейка не бывает лишней. Что до будущих планов, то 9 декабря музей готовится отметить День Героев Отечества. Посетителей приглашают побывать внутри рубки настоящей подводной лодки Б-807, посмотреть в перископ, познакомиться с устройством пультов управления и оценить габариты торпеды. Кстати, для юных посетителей в музее могут подготовить видеоролик о торпедной атаке в годы Великой Отечественной войны, главными героями которого станут сами дети.